Сотрудники ГИБДД просят позвонить по указанным телефонам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около 7:30 утра 18 сентября на улице Маяковского в Твери. Автомобиль УАЗ при повороте направо на зеленый сигнал светофора сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходной зебре на разрешающий сигнал светофора. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Телефоны для связи на ваших экранах. В Твери на улице Шишкова прошел очередной рейд в рамках профилактической операции «Трактор». Цель операции – профилактика нарушений обязательных требований по эксплуатации самоходной техники. В рамках мероприятий по профилактике нарушений инспекторами Гостехнадзора выдано 51 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, 16 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Физическим лицам выдано 160 предписаний об устранении нарушений и вынесено 16 наказаний в виде предупреждения. Всего в рамках операции выявлено более 200 нарушений. Этот показатель значительно ниже прошлогодних результатов рейда. Как считают сами инспекторы, это результат переориентации работы службы Гостехнадзора на профилактику. В рамках профилактической операции «Трактор» проведено свыше 150 профилактических рейдов. Проверено более 1800 единиц техники. По результатам рейдов в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано более 130 самоходных машин и прицепов. Представлено на технический осмотр более 700 машин. Выдано 200 удостоверений тракториста-машиниста. В рейде задействованы инспекторы из различных районов области, в том числе Твери и Калининского района. Основные параметры, которые проверяют инспектора Гостехнадзора во время профилактических рейдов, это прежде всего техническое состояние машин, соблюдение правил государственной регистрации, прохождение технического осмотра и правил допуска к управлению самоходной техникой. Стало традицией, что в таких рейдах вместе с инспекторами Гостехнадзора участвуют судебные приставы, сотрудники ГИБДД и налоговой службы. Сегодня проходят совместные рейдовые мероприятия по выявлению должников на дороге. Рейдовые мероприятия проводятся с использованием приложения «Мобильный розыск», благодаря которому выявляются должники. С помощью приложения из автомобильного потока выявляются исключительно должники. Долги у людей разные – административные штрафы, кредитные обязательства, коммунальные платежи. В ходе каждого рейдового мероприятия проходит арест имущества. Это автотранспортные средства. Сотрудники отдела по взысканию административных штрафов регионального управления службы судебных приставов наложили арест и на этот автомобиль. Долг – 130 тысяч рублей. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, и выявление идет должников по различным видам задолженности. В географии рейдов многие районные центры, в том числе Бежецк, Ржев и Лихославль.